С 1 ноября по 10 декабря проводится 6-й республиканский чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Казахстан-2021. В Актюбинской области чемпионат стартовал в четверг и проходит по двум компетенциям. Это управление железнодорожным транспортом и музыкальное образование. Подробности в следующем материале выпуска. Актюбин области бойынша теміржол көлігін тасымалдау процессін басқару. Эти соревнования проводятся по Актюбинской области для развития таких сфер, как управление железнодорожным транспортом, а также музыкальное образование. Организаторами и всем участникам желаю удачи. На сегодняшний день глава государства поручил вести большую работу не только Министерству образования и науки, а также всем педагогам, родителям и ученикам, чтобы все они могли с каждым годом становиться все лучше и лучше. Для всего этого оказывается финансовая и моральная помощь. Основная цель республиканского чемпионата заключается как раз-таки в этом. Данный чемпионат способствует привлечению молодых кадров в производственный сектор экономики и развитию технического и профессионального образования страны. Более 450 молодых специалистов в возрасте до 22 лет из 17 регионов страны будут соревноваться по 30 основным и более 40 дополнительным компетенциям WorldSkills и смогут побороться за шанс выиграть медаль выбранной профессии. Оценивать конкурсантов будет порядка 500 экспертов. Приехали к нам для участия. Это Нур-Султан, Ахмала, Кокшетау, Мангыстау, то есть Павлодар. Это ребята, конкурсанты, они же студенты колледжа, которые будут показывать свои профессиональные навыки. То есть вот три дня будет идти чемпионат, 6 модулей. По завершению этих модулей, конечно, мы результаты пока знать не будем, но победители уже поедут на церемонию закрытия, на церемонию чествования победителей уже 10 октября в Нур-Султан. Одной из тех, кто захотел испытать свои навыки на прочность, стала Нурия Гавезова из города Нур-Султан. На протяжении 10 лет она училась в музыкальной школе игре на фортепиано. Конкурс WorldSkills, думаю, хорошая возможность для выпускников, студентов, чтобы испытать свои возможности, знания, обменяться своими опытами и посоревноваться между регионами. Желаю всем участникам удачи и победы себе. Отметим, что конкурс пройдет со 2 по 5 декабря в актюбинских образовательных учреждениях. Данный чемпионат играет немаловажную роль в формировании специалиста новой формации международного уровня. Поэтому организаторы призывают молодежь принять активное участие в этом движении и показать все свои профессиональные навыки в лучшем свете. Жасан Жалбаков, Минжан Аманжолов, телеканал Актобе.